Славят родину творчеством. В городском центре культуры и отдыха состоялся отборочный тур фестиваля конкурса «Славим Россию». Уже много лет подряд на эту сцену выходят исполнители для того, чтобы доказать своим талантам любовь к отчизне. Песни, когда слушаешь, ты в них погружаешься, они полезны и развиваешься сам. Ульяна Синакевич всегда выходит на сцену с удовольствием. На конкурс она представила песню «Уголок России». Любовь к родине – это помогать людям, помогать животным, помогать всем живым существам, оберегать их, чтобы их никто не съел, чтобы не мусорили на природе, чтобы, если ты будешь помогать людям, то тебе будут относиться так, точно так же, как ты другим. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 70 отдельных исполнителей и коллективов. Несколько часов подряд жюри внимательно оценивает каждого конкурсанта. Репертуар должен состоять из произведений патриотической тематики, прославлять человеческие ценности, любовь к родине, героизм, дружбу. Особое место в этом году занимает произведение, посвященное столетию Иваново-Вознесенской губернии. Главные критерии любого конкурса – это профессиональное исполнение данного номера. Будь то чтение, будь то песня, чтобы это соответствовало теме, характер, артистизм. То есть здесь есть критерии, где, как любой конкурсный номер, определяется его качество. В конкурсе «Славим Россию» несколько номинаций. Помимо вокала, это хореография, художественное слово и театральные постановки. Лучшие номера можно будет увидеть на финальном концерте. Он запланирован на 4 мая. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.